Всем привет, ребятки! И вышли новости от Keplerians, и мы узнаем наконец-то дату выхода из Scream 6. Тогда давайте будем смотреть. Ну и разбирать я ж буду. И следующее видео будет именно тоже новости от Keplerians, только в переводе от Кактайма на русском. Ладно, смотрим. Да, вот мы видим 3D вот того рода жирного 3D-шного, который тусит. Hello everyone. Welcome to Keplerians News. We've asked you several times, who did you think was going to be the new horror in this amazing horror battle royale? Да. И вот у них, видимо, недавно был именно сайт, ну тут типа игроки тут решали, какой вы хотите хоррор Бравли, именно новый хоррор. И все решили, что в хоррор Бравл хотят рода, который будет в новом сезоне, втором сезоне. Ну а вместо, если будет третий сезон, то будет Мистер Мит. Ну конечно же он популярный. И нам покажут отрывочки. И нам сейчас покажут отрывочки из обновления, я знаю. Ну ладно, продолжаем. And you got it right. It's going to be Rod. Да, Рот будет добавлен в Horror Brawl. Да, вот тут лед и его руки, и сам. This season is gonna be a little bit longer than expected, so you have time to finish the horror pass. Да, они нам показывают, что будет новый horror pass, нового сезона. And the next season will be Rod's, so be ready. There are many surprises coming. But wait, there's more. Через обновление можно будет ввести YouTuber names и получить именно новые граффити. Типа, смотрите, если у вас есть новая игра, если у вас вы получите новые граффити, то смотрите. Так что вот смотрите. Хочу, чтобы. Ну, думаю, что будет именно вот граффити. Либо его не будет. Если вы ведете хоррор-драму, именно какую-то игру из Keplerians. Я понял, то вы получите граффити новое, смотрите. New special graffiti coming soon. Will you? Вот, видите икону? Вот так будет. В обновлении, думаю. Rule for your favorite YouTubers. Just type in your favorite YouTube. Видите, он такой, видите, изначальная карта, но тут, смотрите, красная погода, вот такая. В общем, что-то случилось не плохое. His name and... И смотрите, новые смайлики. Вот икона Horror Brawl. Мини-рот, который показывает свою жопу. Железную. Да, и вот граффити именно... Ну, я видел, есть такой скин на Ребекку. Ребекка Рэпер, я так назову. Use their logos as a graffiti. Who is your favorite YouTuber? Let us know in the comments. In our Q&A video, we confirmed that we are developing Mr. Meat 2, and we gave you a hint. Remember? Mr. Meat did some terrible things, and he was finally taken to justice. Do you remember? In this new game, after many years of trial, many old characters go and visit Mr. Meat to prison because of something they saw in the newspaper. What do you think this... Смотрите, видите? Вот, показывают, что у нас тут и разные персонажи, а один из персонажей есть у нас именно полицейский. Тут другие какие-то люди будут. Но я думаю, это ученый из Мистера Мита, похож. Но это полицейский или этот уже. В общем, а тут семья, думаю, Мистера Мита. Это папа Мистера Мита. Жена вот Мистера Мита. Это не знаю кто.
Может, бабушка. Ну, думаю, что да. Ну, так будет оно. Ну, то есть, какая жена, мама? То есть, вот папа, мама и дочь. Или бабушка. Ну, ладно, продолжаем. Was. What characters do you think will appear in this game? And to finish the year properly. И наконец-то нам сейчас скажут дату выхода Ice Cream 6. Friends. Продолжаем. We wanted to finish this news video with a very exciting piece of information. Ice Cream 6 release date. In the last episode of Ice Cream J, worked with Mike in order to free him, and now they're together. Now. О, вот, именно Чарли тут сидит где-то или что. Не знаю, оглядывается своим... Оглядывается вот тут, ну, глазами своими. И как и вот тут какая-то комната очень светлая. Не знаю, ну, вроде да. It's Charlie's turn. Are you ready to meet the new enemy? Now we will tell you when it's going to release. Are you ready? Ну что, ребятки, барабанная дробь. И... Да, ребятки, дата выхода 17 декабря. Да, я так и знал, что она выйдет. Да, игра осталась 2 недели. В следующей неделе либо выйдет трейлер, либо тизер. А уже на второй сама игра выйдет. Прикольная тут менюшка такая. Ну и... Ну, картинка. В общем, да, ребятки, наконец-то нам сказали дату выхода. I hope you liked the video. If so, click on the like button and subscribe. Ладно, ребятки, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока.